Начинается. Добрый день, дорогие друзья! Это специальный выпуск ИГУ Live, и с вами в прямом эфире Алина Чацкая и Александр Гаврилов. Саша, знаешь ли ты, что произошло 7 мая 1945 года и почему спецвыпуск именно сегодня? Обижаешь. Конечно же, я знаю, что помимо подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии, ровно 73 года назад День радио и телевидения стал профессиональным праздником всех работников данной отрасли. Молодец, экзамен по истории сдал на отлично. А ты во мне сомневалась? Давай и я тебя проэкзаменую. Какое важное событие ждет ИГУ в этом году? Саш, ну это еще проще. Старейшему университету Восточной Сибири исполнится 100 лет. Верно. Представляешь, для нас это целая вечность, а для университета все только начинается. Я думаю, нам стоит обсудить актуальные события, произошедшие за последнее время. Согласна. А начнем мы с важной новости об укреплении партнерских связей с Монгольским государственным университетом. У нашего вуза замечательные партнеры в Монголии, и на встрече ректоры договорились о сотрудничестве в образовательной и культурной сфере, а студенты будут ездить друг к другу по обмену. Ну что, Саш, поедем в Монголию? Пить чай с солью и жить в юртах. Какое-то стереотипное. Студенты будут жить в комфортных условиях, а также изучать быт и культуру страны. Думаю, так мы узнаем о наших соседях намного больше, чем просто посмотрев фильм «Бодрова-старшего». Знаешь, я думаю, следующая новость будет тебе не менее интересна. Ты меня заинтриговал. Поскольку ты у нас являешься сотрудником студенческого научного общества, то ты наверняка рада тому, что в Институте математики, информатики и экономики прошло ежегодное мероприятие «День науки». Это отличная возможность проявить себя, узнать много нового и поделиться опытом в сфере научных знаний. Да, наука играет огромную роль в жизни нашего университета, а студенческое научное общество лишь помогает себя в ней реализовать. Я рада, что состою в данной организации, и каждый год к нам приходят новые студенты, чтобы продвигать науку в массы. Саш, ну ведь тебя тоже можно поздравить. С чем это? Ну как с чем? С актерским дебютом на сцене «Ифиям». У молодежного театра «ИГУ Эксперимент», где ты занимаешься, недавно прошла премьера спектакля «Вино из одуванчиков», который стал лауреатом Гран-при Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Ну, до того, чтобы называться актером, мне все-таки далеко. Однако нашим художественным руководителем является актриса Иркутского драматического театра имени Хлопкова Ольга Шмидгаль. И это большая удача, когда такие мастера работают со студентами, ведь у актеров очень тяжелый график. Еще одна удача состоит в том, что театр находится в том же здании, что и наш факультет. Ты вовремя напомнил, а то мы бы с тобой заговорились. Наша следующая рубрика – история факультетов ИГУ. И начнем мы с тобой с нашего родного – факультета филологии и журналистики. Наш факультет – один из самых старейших. Подготовка филологов в Иркутском государственном университете началась в 1918 году на филологическом отделении историко-филологического факультета. В свой первый год работы он принял 136 студентов и довольно много вольнослушателей, всего около 300 человек. В числе профессоров были выдающиеся ученые Павел Яковлевич Черных, Михаил Павлович Алексеев, Моисей Матвеевич Рубинштейн, Марк Константинович Азатовский. В 1999 году он был переименован в факультет филологии и журналистики. Так он называется и сейчас. Среди наших выпускников много известных журналистов, писателей и других деятелей культуры. Надеюсь, и мы будем достойными продолжателями славных традиций нашего факультета. Ведь с этого года на нашей базе открыта новая учебная студия и класс видеомонтажа, где мы будем обучаться будущему ремеслу на практике. А экскурсию по аппаратно-студийному комплексу проведет заведующий кафедрой журналистики и медиа-менеджмента Александр Владимирович Гиммельштейн.